Ни за что! Не касайся желтого цвета, или ты умрешь! О! Песочек! Подожди, еще раз, в последний раз объясняю. Ядро нашей планеты засыпал песком ледяной нуб, и теперь все человечество в опасности! Вы поплатитесь за попытку распесочить. Нам никак нельзя касаться желтого цвета! Наша задача — пробраться к центру Земли и восстановить ядро обратно! Фух! Сейчас понятно. Как? Это могло вновь случиться, Лень! Если я узнаю, что это из-за тебя, понятно? Ты чё, скинешь меня в песок? Пожалуйста. Попробуй! На! Посмотри на свои сердечки. Не понял. Ну, в общем, каждый раз, когда я или ты умираешь, он у нас тратится. Лень! Или наоборот, когда ты или я, а не я. Бежим! Лень, проблема у нас не только в этом. Что? А в чем еще? Вот в чем. Бежим! Давай, Лень. О, нет, стоп! У меня еще бы немножко и задел. Давай, бегом. Ну, что тебя подталкивать, что ли, надо? Нужно перепрыгнуть. Раф! Не понял прикола. А, стоп, но подожди. О, нет. Ладос? Только не говори мне, что в этой клетке стоит песчаный голем. Главное, чтобы никто из нас не сделал вот так. Стой. Я терпеть не могу этого Леню. Подпишитесь, если вы тоже. Беги уже, беги. Мы ж тебе вообще ничего не сделали. Самое интересное, что если он нас коснется, то есть тебе вообще пофигу на эти... Лень! То есть у него были блоки все это время? Ну он бы хоть со мной поделился. Скорее, нужно добежать до самого конца. О, а там нас ждет... А, там ждет любимая Ленина ловушка. Подожди, как ты здесь оказался? Сзади тебя голем. Что? Ты что меня пугаешь? Затроллил. Очень смешно. За такой троллинг, Лень, ты сейчас поплатишься. Голема сейчас так смешно, этот валун сбил. Прям как тебя? Не-не-не, умру я, умрешь ты. Да ладно, у меня потратится всего лишь одно сердечко. Не одно. Ну, два. Без разницы. Это того стоит. Ставьте лайк, если согласны. Итак, первый вариант — положить его вот под эту булаву. Не надо. Тогда в лаву. Не надо. Хорошо, тогда на твою любимую лаву. А есть третий вариант? Да. Прыгай. А четвертый? Погнали. Моя любимая цель. Что он хотел сказать, никому не ясно. Итак, здесь очень легко обойти эти ловушки. Как хорошо, что они до этих камней не достают. Но эти ловушки очень любит Леня. Он их никогда пройти не может. Вот, смотрите. Вообще, сколько у тебя сердец? Ну, почти все. Стоп. Что? Одно сердце пропало. О, нет, как же жалко. Лень, давай, проходи ловушку. Главное, чтоб я тут не умер. Да? Стой! Ой! А вот это я не подрасчитал. Ладно, Лень, пошутили, хватит. Ой, я такой неуклюжий. Нет, стой! Лень, пожалуйста, все, хватит, но я больше не буду тебя троллить. Какая я растяпа! О, нет. Да как так, Лень, ну ты мог это не делать? Еще раз? Нет. Все, пойдем наверх. Главное, не коснись там песка. Аккуратно. Фух, я уж думал, что все, нам конец. Не задеваем ни песок, ни песчаник. Очень хорошо, что за нами сейчас не гонится. Стоп, тут же лесенка, но... Лень, не вздумай идти по лесенке. Ладно, назад. Ты даже не спросишь, почему не нужно идти по лесенке? Стоп. Это что? Это что сейчас такое я заметил? Я надеюсь, вы догадались, почему не нужно идти по лесенке. Напишите в комментариях. Почему не нужно идти по лесенке? Лень, прочтешь комментарий? Нажми F5, там сундук. Ну что я сделаю с этим сундуком, Лень? Ну не могу я его достать. Все, пошли сюда. Главное не задевать стены. Лучше вообще идти боком. Блин, как же это... У тебя что, оружие в руках? Что? Нет. Ты только что стрельнул. Ты думал что? Я не замечу? Лень! Отдай мне оружие. Ладно. И что это ты мне скинул? Это бита. Тоже оружие. Пошли давай. Догоняй. Обалдеть вообще. Вы же все видели, да, что у него был... Ты ударился в лесенку. Стукнулся, зараза. Вырежи. Да не буду я это вырезать из видео. Над этим все посмеются. Хватит меня мутозить! Отлично, Лень. Мы с помощью этого тайника выползли в другой биом. Это нам на руку. Очень даже. Потому что здесь крайне редко встречается желтый цвет. Ну а этот... Сейчас протестируем. Фух. Этот за желтый цвет засчитать нельзя. Американский прикол услышал, он сказать? Лень, ну, нам не очень интересны твои приколы. Пойдем дальше. Там типа, один другому говорит. И тот как заржал.
Позор. Позор. Ну, а я так и говорил. Что? Там это сено желтое. Аккуратнее. А чё фу-то сразу? Ну сено и сено. Ага, стоп. Я сейчас на него чуть не... Лёнь, хочу заметить, что в факеле тоже есть желтый цвет. Странные кактусы. Чего? Что не так? В факеле есть желтый цвет. Да нет, вот это тут лежало. Стоп, ты только что подобрал это огниво? Я же только что это и сказал. Ты сказал, что оно здесь лежало. Ну давай поджигай, чё ты стоишь-то? Давай, ну же! Да, да чё поджигать-то, Влад, чё поджигать-то? Тут есть желтый цвет в этом огне. Нет, стоп, 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 стоп! Опять 25. Давай мне огниво, я сам все сделаю. Давай ты нажмешь, а я тебя. Че? Вот там тебя подожду. Аккуратно, Лень, там очень много желтого цвета и сена. Ты же сам сказал. Ладно, я подожгу. Только интересно, почему он убежал? Он что, боится теперь огня? Что? Что происходит? Ребята! Эй, стоп! Вот сейчас это было очень даже неожиданно. Может быть, отсюда бежать, пока не поздно. Как меня могло это все не задеть? Как? Я успел убежать! Лень, стоп, нет. Нет, 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 это что? Желтый снег? Ладно, это не то, о чем вы могли подумать. Желтые крупинки. Сюда. Началась песчаная буря. Лень, ты как-то поэмоционально это не мог сказать? Сюда! Началась песчаная буря! Лень, да не та эмоция. Стоп! Она аж меня может задеть в любой момент. Аккуратно, аккуратно, чтобы ничего сейчас не произошло. Отлично, здесь нет сена, это хорошо. А что мы теперь-то делать будем? Я заметил вон тот рычаг. Я один там рычаг никакой не вижу. Ладно, пойдем за мной. Только смотри наверх. Это, Лень, очень хорошая мысль. Наверх обязательно нужно смотреть, так как этот желтый цвет может коснуться в любой момент. О, отлично, рычаг. Я надеюсь, он нам по... стоп, 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 да что такое? Да... Да, подождите, нет, стоп! А, нет. Ну, Лень, и чего мы делать-то будем в этой ловушке? Что происходит и где мы вообще оказались? Просто в обычной ловушке. Стоп, это что? Лабиринт? Опа. Что делать будем? То, что и делали последние... 20 минут не касаться желтого цвета. А, ой. Молодец, Леня. Молодец. Лучший игрок на этом свете. Нет. Что я сразу? Может, это ты сейчас умер? Я вообще-то записываю все на видео. Все, не касайся желтого цвета, просто его перепрыгивай. Обходи, делай все, что угодно, но не касайся. Нам нужно найти выход из этого лабиринта как можно скорее. И при этом ни разу не коснувшись цвета. Потому что право на ошибку у нас все меньше и меньше. Лень, не отставай. Лень! Да здесь я. Я говорю, не отставай. Я уже чувствую, что мы где-то очень рядом с выходом. Это что сейчас было? Ничего. Подожди, стой. Ты что? Ты поставил портал? Я тоже хочу... Там был выход. Вы это видели? Он что, меня просто здесь оставил? Одного? В огромном лабиринте! О, он сжалился надо мной. Я же могу сейчас зайти в портал. О, спасибо тебе, Леня! Пожалуйста. Отдай портальную пушку. Вот. Отлично. Я думаю, она мне понадобится. Стоп! Вход за одну подписку. Что там написано? Что говоришь? Ты что, разорался-то так? Нужно просто один раз подписаться и все. И дверь откроется. Так легко? Скитлс. Ясно. ММДМС. А, стоп, куда он исчез? А, я понял, нужно просто встать на эту штуку. Где это я? Вот. Ну что ты там такое увидел? Тихо. Что, Лень? Чего ты там такое... Это ж тот самый ледяной нуб. Лёнь, у меня тут есть кое-что интересное. Это чё, перчатка леща? Пендаль! Волшебный пендаль. И чего я должен с ним делать? Просто нажми на нее. Я пока это камеры расставлю. Я тебя понял, Лёнь. Ну, готовься, ледяной нуб. Никто ни за что и никогда не распесочит это... А теперь самое главное! Нужно восстановить ядро! Бери огнепушку! Главное, аккуратно, не переборщи. Нужно потихоньку, по чуть-чуть его восстанавливать. Понял, Владус! Лёнь! Класс! Теперь сгорим мы все. Подпишись, или тебе не повезет.